Ребят, вы давно меня уже просили, и настал этот момент, когда пора сделать рум-тур по моей новой квартире. Так уж и быть. Та-дам! Итак, наша новая суперуютная душечка в Алматы. Так, вот такая вот у нас тут есть прихожая. Вот такой вот даже есть здесь свет. Начнем откуда? Начнем, конечно же, с санузла. Так как, что санузел? Что это? Санузел — это визитная карточка любой квартиры. Правильно? Правильно. Вот такой санузел. Ничего, в общем, примечательного нет. Такая плиточка а-ля Welcome to 80-е. Ну, такая машинка. Здесь, кстати, техника неплохая в этой квартире. Ну, как неплохая, такая более-менее. Постановки, кстати, нету. Кухня. А часы у нас есть. У нас есть часы, это самое важное. Помните, что у нас есть часы, которые показывают время в прошлом. Здесь мне тоже показывают немножко время в прошлом, но уже не так сильно, как в Ереване. Кухня. Большая кухня. С большим балконом, с таким вот. Куча мест для хранения, то есть как шкафы тут всякие есть. Вот такие вот модные, там тоже шкаф по шкафу. Вот же застеклянная. Там супер у нас площадочка есть с турничками. И это самое главное, знаете что? Что раньше, вот там вот я жил, в том доме, вот там вот балкон не видно. А теперь вот здесь вот. То есть совсем недалеко я переехал. В общем, такая вот у нас кухня тут модная. С таким холодильником модным. Потом у нас есть спальня. Вот с такой вот картиной. И с выходом на тот же самый балкон. Я не слишком быстро болтаю телефоном. Воруху из стороны в сторону, у вас там не стошнит. Вот тоже здесь кладовочка есть. Кладовочка есть. Вот здесь еще, кстати, кладовочка. Еще до мест для хранения. Есть много мест для хранения. И два спальня. Ну, это не спальня, это как бы гостиная, типа, но... Можно сказать, что вторая спальня, короче, двушка. Здесь у нее тоже свой балкончик есть. Раньше это был один большой такой балкон. Его разделили. То есть он как бы туда уходит. И еще зачем-то застеклили. Чтобы сделать здесь парник. Так что такая вот супер-пупер квартирка. И самое главное, знаете что? Самое главное, что это супер-пупер уютная квартирка. Стоит 300 тысяч тенге в месяц. То есть ровно столько же, сколько стоила предыдущая душка. А это все почему? Потому что наконец-то цены в Алматы на квартиры стали падать. И если вы вдруг собираетесь переехать в Алматы этим летом, то это самое подходящее время. Потому что нормальную однушку, прям вообще такую шикарную, в новом доме, там супер-пупер, навороченную, можно тысяч за 300, за 340, за 350 снять. Это вообще бомбическую. А обычную однушку можно в центре, можно уже за 200 снять. Раньше можно было только за 300. Так что вот, ну, не буду затягивать. На этом все. Оставайтесь на связи. Там подписывайтесь куда-нибудь, не знаю. Все, давайте, пока.